12 марта 2022 года. Пятерочка где-то в Ленинградской области. Как вы видите, очередей нету. Нету очередей. Есть фрукты, цены. Солнышко у нас сегодня светит. Фруктов полно. Всяких разных. Ну вот что-то тут смели. Показываю все как есть. Что это были? Это были чипсы «Русская картошка». Кому-то понадобились чипсы. Мясо. Утенок, утиная ферма. 300 рублей. Очень хорошая цена. Тушка, курочка. 143 рубля за килограмм. Еще раз, цена дублируется. Ну, разобрали вот это вот суповой набор. Это опять же, это уже половина дня прошло. Показываю все как есть. Цены. Так, мне, кстати, нужны маленькие томатные пасточки. Я надеюсь, что они есть. То есть, в принципе, цены... Скидки. Большие. А, есть маленькие. Цена. А, зачем брать эту, когда можно взять вот эту? Угу. То есть выбор есть всегда, как вы понимаете. Поэтому я возьму именно вот эти три банки. Так. Ну, пока я ходила, у меня, видите, вот добавилось чего-то. Просто не люблю снимать людей, а люди есть. Картошки тоже валом навалено. В общем, сейчас немножко прервусь, потом дальше поснимаю. У меня все еще 12 марта 2022 года. Дочь попросила взять гранаты, и себе я уже взяла... хурму вот эту вот сахарную, которая рот не вяжет. Я ее очень люблю. Сейчас возьму, дальше пойдем. Сейчас возьму девчонки моей. Моей девчонке гранат. Очень любит гранат ребенок. И мамка прям радуется, что их ребенок прям хоть какие-то фрукты прям вот очень любит. Люблю я ее фруктами пичкать очень. Но она, к сожалению, не все фрукты у нас кушает. Вот так вот. Мой любимый чудо-творожок Даниссимо черничный. В России есть и сегодня даже по акции. Сегодня 12 марта 2022 года. Сейчас возьму. Это все еще 12 марта 2022 года. Пельмешки, всякие блинчики, специи. Народа в магазине не так много. В основном бабушки, пенсионерки. То есть как бы чего-то нет, конечно. Ну, истеричек и в России хватает. А так, в целом. Вот так вот как-то. Муж тут мне мои помидорки где-то нарыл. А, вот эти вот я очень люблю. Желтенькие. Наши отечественные, Воронеж. Вот эти вот солнечные. 159 рублей за вот такую коробочку. Ну, они очень сладкие и вкусные. Морепродукты, рыба. Валом навалено всего. Кальмары. Креветочки. Все есть. Яйца. Ну, что еще есть, покажу. Прям не хочу я людей снимать. Например, брокколи. Он славится своими многочисленными полезными свойствами. Это то, что у меня уже в корзине лежит.
всякая колбаса и сосиски, ну, собственно, тоже в наличии. Макароны, крупы. Ну, тут, я смотрю, тоже истерички уже побывали. Я просто 5 дней не ходила в магазин. Гречка есть. Ну, что-то тоже сметелили. Ну, как я уже сказала, истеричек в любой стране хватает. Всякие печенюшки. Еще посмотрим, хлеб есть или нет. Это же самый главный продукт в наших странах. Сахарный песок. Для многих важная информация. Да, по 69 рублей, однако. Но, во всяком случае, не 100. Масло есть. Как бы не вижу, чтобы цены слишком как-то прям изменились. Ну, в принципе, где-то в пределах в этих... Ну, это вот это мелкие баночки. Ну, как я уже сказала, самое дешевое это 108 рублей с мили. Истеричек хватает везде. Мы вот берем вот исключительно то, что необходимо сейчас. То есть не набирается всего прям дофигище. Просто вот это вот мы как бы вот, ну, 3 дня. 3 дня. Приблизительно продуктов. И вот по акции взяла гель для стирки Ласка. Хочу попробовать, как он будет. Как мой нос будет его воспринимать. Просто по акции надо взять 2. Так бы взяла 1. Тушенка свинина Барс. Просто по сказочной цене 109 рублей. Очень хорошая тушенка. Офигенно просто. Так что... Все. Если честно, даже комментировать не хочется. Просто кому хочется, смотрите, считайте, сколько это будет в долларах. Я даже не хочу напрягать свою голову на эти доллары. Кого интересует туалетная бумага, тоже в наличии. Угу. Не смели. Все нормально. Мы вот взяли рулон бумажных полотенец. Бумага у нас дома есть. Ну и как бы вот всякие вот эти вот вещи. Тоже все в наличии. Если честно, мне уже скучно снимать, если честно. Потому что я не знаю, чем я тут занимаюсь, кому и чего доказываю. И еще информация для жителей Украины. У нас в Пятерочках настолько доверяют гражданам Российской Федерации, что стоят вот такие вот кассы самообслуживания. То есть люди сами все взвешивают, тыкают кнопочки вот там вот, что, сколько, и потом оплачивают. Вот такое вот доверие у нас к народу в магазинах. Ну, чтобы просто кто не хочет стоять в очереди в кассу, которая, в принципе, небольшая, и состоит в основном из рабочих, лица показывать не будем. Вот как-то вот так вот все происходит, да? Очередей нету. Сами люди себя обслуживают. Сейчас вот у меня муж там дощелкает, допипикает. И оплатим все картой Visa от Сбербанка. Это ведь главная интрига дня. А пройдет ли оплата по Visa? Сейчас проверим. Не, просто я-то результат знаю. Сумма к оплате. Это как бы для моей семьи норма. Нажимаем перейти к оплате. Банковской карты. Карта Сбербанка Visa. Ну, пин-код я вам показывать не буду. Успешно. Все. Все работает. Чеки все выдаются. Всем, как говорится, хорошего настроения. А еще всем мирного неба над головой. Я в очередной раз всех прошу, не впускайте в свое сердце зло. Где бы, в какой стране вы ни жили и какая бы национальность у вас ни была, не впускайте в свое сердце зло. Все это рано или поздно закончится. Поменьше смотрите телевизор.
больше верьте своему сердцу. Я думаю, что она вам подскажет, в чем сила. А сила она в правде. Я больше не хочу никому ничего доказывать, показывать, очереди, не очереди. Кто будет голодный сидеть, кто будет сытый сидеть. Все будет хорошо. Народ, нужно в любой ситуации оставаться человеком. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И в очередной раз повторяю, не впускайте в свое сердце зло.